Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту Big Host для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этой карты в вашем городе появляется огроменный дом, в котором вы чувствуете себя настоящим лилипутом, друзья. Вот так это выглядит снизу, и вправду мы настоящие лилипуты в огроменном мире Майнкрафта, в котором расположен огроменный дом, который построен из блоков Майнкрафта. Звучит довольно странно, но здесь большие деревья, большие кусты. Ну, друзья, здесь есть некоторый баг, и связанный с высотой мира. В нашем Майнкрафте мобильном высота мира 126 блоков, но в ПК высота мира больше, и поэтому здесь некоторые блоки были обрезаны. Да, эта карта была портирована с ПК, и большое спасибо тем, кто ее портировали. Ну, ее портировали не больно хорошо, поэтому есть лаги. И иногда встречаются черные текстуры, друзья. Но вот сейчас мы внутри дерева. Я всегда мечтал побывать внутри листвы, и это у меня исполнилось. Также это видео я видел у мистера Фриза, который снимал на компьютере. Вы также можете найти видео. Вы увидите, что этот домик есть и на ПК. Я очень обрадовался тому, что эту карту принесли на Pocket Edition, друзья. Здесь стоит сам человек, наверное, который переносил, друзья, ошибся, не переносил, а создавал эту карту. Большой респект ему за создание этой карты. Здесь есть даже картина. Здесь есть много чего. Здесь есть верстак. Друзья, есть такой маленький столик. Есть кровать. Ну, вблизи кровать уже выглядит не больно красиво. А есть сундук, и если быть честным, то издалека блоки кажутся настоящими, но если мы подлетаем поближе, то мы видим, что эти блоки были построены из других блоков, друзья. Это очень замечательно, даже печка выполнена в 3D, стоит факел, и, собственно, вот на книжной полке у нас стоит наш миниатюрный домик, который показывает, как он выглядит в маленьком размере. Давайте посмотрим. Вот так он выглядит в нашем обыкновенном размере, а так он выглядит в гигантском размере. Это просто замечательная, замечательная карта. В ней вы можете поиграть с своими друзьями, к примеру, в те же самые прятки или в что-нибудь еще. Ну, карта просто очень классная. Респект и вправду автору, друзья. Но вот эти лаги меня просто не дают мне покоя. Они вправду появляются довольно часто. Ну, здесь очень классная прорисовка, друзья. Я не знаю, сколько он делал эту карту, но большой... большой класс, друзья. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.